Всем привет, ребята! Вот мы собрались еще раз, уже даже не знаю, какой раз я уже записываю это видео на сложку Фарп 3, атомную фуру. Вот, и попытаемся сейчас ее пройти. Не знаю, получится в этот раз или нет. Мы попробуем разные, скажем, техники, да, как пройти сюда, да, вот посмотреть. Ну вот, не всегда получалось, потому что вот, собрали вот такой отряд, да. Вот так вот, сейчас радарчик покажу, кому интересно радар. Так у нас на радаре. И вот. Проблема была, потому что мы всегда были модули, расширитель не фуловый. Вот, и этого как бы вот не хватало. Сейчас плюс-минус все на фул. Ну вот, здесь не все модули фуловые, но расширитель полный фуловый. Здесь, не помню даже, вроде позик не фуловый, вот. Но, надеемся, что хватит. Так, надо будет звёздочка будет. Давайте возьмем соточку. И ждем. Так, что у нас по дороге? Ну, в принципе, одна засада, там посмотрим. Может, просмотрим, как всегда. Думаю, повезет. Так, смотрим, просто снаружи. Ну сейчас будет прикольно, если тут будет засада, это будет вообще, да. Всегда так бывало, потому что пропускали, и тут засада не будет проскочить. Надо делать проход. Повезло. Так, видите меня. Ну, всех, значит. Потому что здесь, если засада будет, постоянно нужно, чтобы было фунт-пэ. Дыхание. Здесь берем лоб. Криты. Криты, это хорошо. Так. О. Ну, торт на копье. Здесь дальше, дальше, дальше. Ну, лучше как бы не рисковать. И здесь отказываемся. Блин, я не тут взял много разглядок. Ну, пока что он идет. Странно вот. Сам удивляюсь, по этот раз. Вот тут сильно идет. Почти. Да, здесь надо полететь. Улетаем. Да, первый этап мы пришли. Без засад, спокойненько. Ладно. Если пройдем, здесь тоже как хорошо включение, то может кому-то золото выпадет. Но когда мы 5 были, тогда золотых ключей не будет. А здесь может выпадет. Там вроде 4 ключа или 5. Было раньше 5, я помню, кто-то улал. Так. Тогда ладно, там без капала. Окей. Ну, в принципе, здесь неплохо не стоят. Давайте вот сюда. Вот сюда. Как с самолета здесь надо все сразу покупать, потому что не знаю, все может быть. Thank you.
Ну, не знаю, снесет там или нет. Ладно, пытаемся вот так. Или надо мне было сюда поставить, он бы сюда поставил. Ну ладно, надеюсь, что снесем. Да, снесем, супер. Так, я вот так сделал, наверное. Ну, здесь постоянно надо их лупить, короче. Чтобы у них мало хп было. Так, здесь он заберет. Это хорошо. Почти убил. Надо сюда там делать. Блин, а мы еще будем поставить. Да уж. Было бы больше яда. Да уж. Я не увидел, что он написал. Ну ладно. Прицела нет, вот плохо, что прицела. Сколько у нас? Ну вот так не снесем. Вот так надо. Блин, знал бы, не давал бы прицел. Дал бы босса, чтобы ты его там лучше был. Ну ладно. Так, надо потом копить. Thank you.
Так, мы следующий ход будем сносить. И скоро. Блин, не тот взял. А, опять протупил. Хотел взять, я-то, блин, нажал на это. Ну ладно. Так, он снесет. И там еще. 4-13. Мало. Расходы много летит, так, 20-20. Вон тычка, по-моему, молодец, Ваня. Все умею, это плохо. Так, надо аптечку вывести, как бы. Здесь надо хитовать. Ну, неплохо, неплохо. Главное, что не... Так, надеюсь, что не снесем. Плюс период или есть. Должны как бы. Давай, сдохнем. Есть! Есть, сука! Мы пришли! Мы пришли! Сука! Есть!
Есть, 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 есть. 37 ключей. 37 ключей. Охереть. Охереть. Мы прошли это. Я в шоке, блядь. Я просто в шоке. Ребята не полностью на фул. Здесь не полностью эти модули фуловы. Здесь позик только третий. И какой-нибудь модуль. Так. Пиздец, я в шоке. Я в шоке просто. Я в шоке. Ребята, всем спасибо за просмотр. Наконец-то она закончилась. Наконец-то. Я просто сейчас, если вы пришли, еще поставили одну галочку, что это возможно пройти. Если, кстати, еще в мае добавлю какую-то штучку на мусмете, которая там тоже плюс-минус будет давать 10-15%, может больше, может меньше. Вот. Но. Которая будет усиливать мусмет. Тогда, я думаю, с ложки вот эти поднять вот так. Ну, 4-5 человек, 4 человека спокойно можно будет и с небольшими затратами. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.